Владимир Кнышев – первый и единственный директор МФЦ в Сочи. Руководил им с момента создания в 2010 году. Сейчас в городе действуют 4 отделения. Расположены они во всех районах курорта. А по итогам прошлого года подразделение в Адлерском районе признано лучшим в стране. Оно стало победителем в самой престижной номинации «Лучший МФЦ Российской Федерации первой категории». Владимир Кнышев был и гостем передачи «В курсе» на нашем канале. Тогда он поделился радостью от победы и планами по развитию предприятия. Сегодня в знак траура – многофункциональные центры курорта не работали. Со вторника 30 августа все МФЦ Сочи будут работать в обычном режиме.